Для всех нас железная дорога стала частью судьбы и биографии. Она соединила неразрывной нитью многие поколения, позволила испытать радость трудовых побед и чувство гордости за свою профессию. Далеко не каждый пассажир, садящийся в поезд, задумывается о том, сколько людей приложило усилий, чтобы обеспечить ему безопасный и комфортный проезд от пункта отправления до пункта назначения. Конечно, в объемах всей федеральной пассажирской компании Бийский участок – это совсем небольшая часть. Но мы гордимся тем, что даже имея довольно скромную техническую базу, коллектив справляется с поставленными задачами. Для всех нас Бийский участок – не просто место работы. Значительная часть работающих, а на данный момент это коллектив из 150 человек, трудится на предприятии 20 и более лет. Многие ли предприятия могут гордиться такими верными кадрами? Огромная заслуга в такой сплоченности коллектива принадлежит тем руководителям и специалистам, которые стояли у истоков образования вагонного участка и, конечно, в первую очередь начальнику Бийского участка с сентября 1986 года по сентябрь 2011 года Владимиру Отовичу Райзеру. Выделение в 1986 году вагонного участка из состава грузового депо было произведено с целью повышения качества обслуживания пассажиров при достижении положительных экономических результатов. Парк пассажирских вагонов на тот момент составлял около 240 единиц, численность работающих – 940 человек. На долю Владимира Отовича и его коллектива выпала колоссальная нагрузка, так как вагонный участок оказался, по сути дела, на открытом поле. Объединенный общими целями и задачами, сплоченный и дружный коллектив вагонного участка в короткие сроки сумел добиться высоких производственных показателей, повысить культуру обслуживания пассажиров. Были построены здания пункта технического обслуживания вагонов, двухэтажное здание конторы и автогаража, приобретено необходимое оборудование, токарные деревообрабатывающие станки, стиральные машины, автотракторная техника, смонтирована и сдана в эксплуатацию вагономоечная машина для помывки кузовов пассажирских вагонов, проведена реконструкция всех имеющихся цехов и отделений. Давайте вспомним, с какими достижениями встретил вагонный участок свое первое десятилетие. Так началась дорога в 10 лет длиною. В сентябре 1986 года было принято решение об образовании Бийского вагонного участка. Я тогда работал в должности заместителя начальника Алтайского отделения по пассажирским перевозкам и прекрасно помню это время. Это было тяжелейшее время, когда практически не было технической базы и надо было осуществлять и обеспечивать на высоком уровне пассажирские перевозки. Начальником участка был назначен Райзер Владимир Отович. И вот под его руководством в течение 10 лет проделана огромнейшая работа. И сегодня это уже предприятие, которое способно решать на качественно новом уровне пассажирские перевозки на Алтайском отделении Западно-Сибирской железной дороги. Выстроено добротное, крупное административно-бытовое здание. Это замечательное сооружение своим оснащением, соответствием всем запросам работников предприятия, начиная душевыми и заканчивая еще одной маленькой гордостью руководителей, уютной столовой на 36 посадочных мест, а также просторными, комфортными кабинетами, предназначенными для административных работников, способствует труду с отдачей по всей цепочке, снизу доверху, заметному как и по внешнему виду самого предприятия, по блеску начищенных вагонов, так и по отзывам благодарных пассажиров, независимо ни от времени года, ни от количества проведенных в пути суток. С приездом! Скажите, пожалуйста, могли бы вы дать нам свою потребительскую оценку работы железнодорожников? Конечно, оценка очень высокая. Проводники заботливые, внимательные. Подтапливали, когда было холодно, поили чаем, в вагоне было чисто. Вот, очень вежливые, мы очень ими довольны. К сожалению, не знаем имени отчества.
А что вы отметили для себя в поездке? Ну, я также отметила и чистоту, и заботу, и к ним всегда можно было обратиться в случае чего, и они, в общем-то, всегда были очень доброжелательно настроены. За десятилетия на Бийском вагонном участке изменилось, безусловно, многое, в том числе заметное всем горожанам, потенциальным клиентам, железнодорожников, и количество обслуживаемых направлений, да и качество самого обслуживания. Если сравнить число ревизорских актов о нарушениях трудовой дисциплины, безопасности движения и культуры пассажирского обслуживания за данный период, то налицо колоссальное их уменьшение. Если в 86 году постоянные поезда курсировали только в нескольких направлениях, то в 96-м к прежним уже добавлено много новых, в том числе на Иркутск, Красноярск и Волгоград. Показательный же поезд Бийск-Томск в 87 году силами участка, доведенный до уровня фирменного, недавно стал поездом БИЯ, следующим до Новосибирска. Но фирменное качество обслуживания от этого не пострадало. Даже по объективным оценкам пользователей стало лучше, как, впрочем, и на всех других поездах. Вот из таких остроумных и веселых людей состоит коллектив нашего пассажирского производственного подразделения. Эти люди умеют не только работать, но и, как видите, веселиться. Последние несколько лет на Западно-Сибирской железной дороге проводятся конкурсы профессионального мастерства, выявляющие лучших. Лучшего начальника поезда и лучшего проводника магистрали. Так вот, бийчане в таких конкурсах с удовольствием участвуют и показывают совсем неплохие результаты. В 1994 году первое место среди проводников занял наш Андрей Александрович Панин. А в 1995 лучшим начальником поезда признали нашу же Любовь Владимировну Черепанову. Достойные представители своего предприятия. Годы, прошедшие с 86-го, для нашего коллектива прошли не бесследно. Во-первых, сформировался коллектив. Коллектив работает устойчиво. Во-вторых, сильно окрепла база данного предприятия по возможным обслуживаниям пассажиров, подготовке подвижного состава. Я бы сказал, что мы выполнили основную ту цель, для которой создавался данный коллектив и данное предприятие. Это вопрос по улучшению обслуживания пассажиров, и мы с ним справились. В этом, наверное, самое основное и заслуга коллектива в настоящее время. Стучат колеса, бегут поезда, и вот еще 10 лет вписаны в историю участка. Свое 20-летие участок встретил в период сложных перестроечных процессов в государстве и реформ железнодорожной отрасли, в которых произошло значительное падение объемов перевозок пассажиров. С этого момента деятельность работников Бийского участка была направлена на подготовку и обслуживание только прицепных вагонов. Но коллектив вагонного участка прилагает немало усилий к тому, чтобы не ухудшить качество подготовки вагонов рейс и не снизить культуру обслуживания пассажиров, чтобы в пути следования они чувствовали себя уютно и комфортно. Юбилей 20-летия вагонного участка. Хочу вас поздравить вас с этим юбилеем от лица начальника Западно-Сибирской региональной дирекции Рогова Алексея Алексеевича и заместителя начальника дороги по пассажирским перевозкам Подниколенко Андрея Владимировича, а также от всех руководителей Западно-Сибирской дирекции и от коллег ваших, это от пассажирских вагонных депо, которые также работают бок о бок с вами. И хотелось бы сегодня вам пожелать также держаться на этом уровне и приумножать свои показатели и стремиться к лучшему. Райзеру Владимиру Владимировичу благодарность заместителю начальника депо по пассажирским перевозкам, пассажирского вагонного депо «Волнов» за многолетний добросовестный труд, ответственное отношение к выполнению служебных обязанностей, проявленную инициативу и личный вклад в обеспечение высокого уровня обслуживания пассажиров. Лет это не так уж и много, но для нас это очень и очень значимое событие.
За 20 лет пройденных можно подвести определенные итоги. И вот, наверное, сегодня мы их и будем подводить. Но и пользуясь случаем, что я вышел на эту сцену, мне хотелось бы поблагодарить весь коллектив, ну и некоторых из вас отметить за добросовестный и многолетний труд в коллективе Бийского вагонного участка. И вот на дворе 2016 год, год 30-летнего юбилея предприятия. За последние несколько лет Бийский участок пережил несколько реорганизаций и сегодня работает в составе Барнаульского вагонного участка, филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания», которым руководит Жанат Жанайдарович Искендиров. Начальником производства в Бийском отделении является Александр Иванович Берников. Сегодня нашему предприятию 30 лет. В самые сложные времена мы прошли проверку на прочность, оставались сплоченным коллективом и вместе преодолевали трудности, решали насущные проблемы, радовались успехам друг друга. Хочу поздравить работников вагонного участка и аутсортинговых компаний с этой юбилейной датой и пожелать здоровья, семейного благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Пусть накопленный профессиональный опыт способствует воплощению в жизнь новых идей и реализации намеченных планов. За 30 лет наш участок прошел сложный путь становления. Одним словом, выдержан серьезный экзамен на зрелость, в чем заслуга всех поколений работников и руководства. Без коллектива не сможет работать ни одно предприятие, каким бы современным оборудованием оно не было оснащено. У нас дружный, очень работоспособный коллектив. При всех реорганизациях удалось сохранить основной рабочий костяк. Все друг друга хорошо знают, работают плечом к плечу, помогая друг другу преодолевать возникающие рабочие проблемы и решать производственные вопросы. Не забывает коллектив и о своих ветеранах. Многие из них отмечены государственными наградами. Во все времена к ним было особое отношение. В 1994 году была заложена Аллея ветеранов. Ежегодно отмечается праздник Победы 9 мая, День пожилого человека с вручением подарков. При участии профсоюза в лице председателя Николаенко Тамары Михайловны и председателя Совета ветеранов Сухоплюевой Евгении Васильевны оказывается посильная материальная помощь. Так много это или мало? 30 лет существования трудового коллектива. Ответ на этот вопрос неоднозначен. Мало в рамках существования всей отрасли и много для нас, проживших и проработавших эти годы в период перемен, преодоления трудностей, падения и взлетов. Мы твердо уверены, это достойный срок для выражения уважения к коллективу участка, людям, которые, начиная с далеких советских и непростые сегодняшние дни, продолжают нести гордое звание «железнодорожник». Заканчивается наш небольшой фильм, но не останавливается история Бийского участка. Будут еще юбилеи, будут еще славные страницы в летописи нашего предприятия.